то, о чем я говорил, специалисты знают, и те, кто разбирается в морковке. Здесь тракторист забыл то, что нужно здесь делать 1 200 000, он сделал здесь 1 040 000, 1 050 000. И, естественно, морковки нанского типа было куда расти вширину. Агроном забыл. Ну, не, ну там... Да. Вот, ну, такой как бы результат получился, вот, но от этого мы никуда не избежим. То есть это как не надо делать, как не надо делать. Вот. А дальше уже мы пошли уже на... Исправили ошибку, задали 1 200 000, то есть ранняя морковка нанского типа Сатурно. То есть она получилась, округлилась. То есть она уже здесь у нас стоит, ну, грубо говоря, посев был 25 июня. На сегодняшний день можете посчитать уже, ну, грубо говоря, 115-110 день. Вот. Но тем не менее она не растрескается, стоит хорошо в поле. То есть морковка самая ранняя у нас в Украине, которая выращивается в Новософиевке, да, вот эти подземные посевы. То есть это как раз морковка Сатурна. Ну и, конечно, есть и конкуренты, которые выходят, можно сказать, первыми на рынок с данной морковкой. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.